Более 800 миллионов человек воспользовались услугами Московского центрального кольца с момента открытия 10 сентября 2016 года. Наиболее популярными станциями у пассажиров стали площадь Гагарина, Ботанический сад, Владыкино, Кутузовская и Нижегородская. В целом МЦК объединяет 31 остановочный пункт. На 17 можно сделать пересадку на метро, а 10 станций интегрированы с радиальными направлениями электричек центрального узла. В будние дни по кольцу курсируют 242 пары поездов в часы пик с интервалом в 4 минуты.